Открытие ледовой площадки Викшимбетова стало настоящим праздником для сельчан. Поэтому многие пришли на мероприятие семьями. Больше радости, наверное, у юных хоккеистов. Раньше погонять шайбу мальчишке приходилось идти на речку. А это небезопасно. Теперь для игры в хоккей построена современная коробка площадью 800 квадратных метров. Мы очень рады, что построили эту коробку. Для ребят очень хорошо. Торжественное открытие стало знаменательным событием не только для якшимбетовцев. Это событие районного масштаба. Поэтому разделить радость сельчан приехал глава муниципального района Ахат-Кутлы Ахметов. Он пожелал юным спортсменам успехов. В подарок от администрации и спорткомитета Ахат Евдатович передал 10 пар коньков. Также детско-юношеская спортивная школа подарила форму для спортсменов. Предприниматели обещали клюшки. Я думаю, это не только для детей, это хоккейная коробка, она будет служить и для взрослого населения. Все-таки спорт есть спорт, спорт надо любить, спорт ценить надо, уважать надо и видеть надо. Поэтому сегодняшнее событие, я думаю, будет только помогать нашим детям в учебе, а взрослым, чтобы дети были под контролем и так далее. Самое главное, чтобы травмы дети не получали. Строительство хоккейной коробки стало возможным благодаря участию в программе «Реальные дела» партии «Единая Россия», согласно которой из республики выделено 160 тысяч рублей, сельским советом 55 тысяч, и жители села собрали 44 тысячи рублей. Работы выполнены предприятием «Автобашсервис». Местные жители также не остались в стороне. Родители детей и просто неравнодушные люди оказывали свою посильную помощь в строительстве. На торжественном мероприятии они все были отмечены благодарственными письмами. Это огромная радость, потому что это мечта. Мы в детстве там мечтали об этой хоккейной коробке. Ладно, у нас рядом тут река Кургаза, мы туда ходили играть в хоккей, там очищали. Ну, такой возможности, чтобы хоккейную коробку раньше не было строить, конечно. Это мечта всех, я думаю, наверное, все детворы и все сельское поселение. Хоккейная команда сформирована в трех возрастных категориях. Для работы с ребятами назначен тренер. Появление новой команды в районе повысит дух соперничества, а значит, будет повышаться и мастерство хоккеистов, отметил начальник спорткомитета Василий Копылов. После торжественного открытия спортивной площадки состоялись показательные выступления более опытных ребят района.